Черт. Это очень плохо. Держись! Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Они к острову! Я их задержу! Двигатель накрылся. Что? Я могу потянуть его. Прикрой меня. Да что? Давай. Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотаций, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку.
Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Вижу. Полезли наверх. Не, скользко. Так, тихонечко. Ой-ой. А это не наша задача помогать таким мальчикам? Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что, я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Чтоб тебя. Ого, мое досье. Надо к тому окну. Ну
давай. Двигай, сестра. Сестра Кэтрин! Черт. Сестра Кэтрин, я опять забыл ключ. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. Почти на месте. Сэм? Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил мне лезть на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Так, вот это прыжок. Давай, хватайся за руку. Ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Да. Уже близко. Легкотня. Черт. Захлопнулась. Я вроде я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху?
Сейчас увидишь. Ну, смотри. Пол. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Рискует. Тот не бьет! Поменьше думай! Ты сможешь! Держу! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Ну, клёво же. Ага, ещё как. Сюда. Я сейчас. Теперь прыгаем. Ага. Так. Посередине. Аккуратненько. Потихоньку. Упс. Это ведь не грех? По-моему, грех. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Красивый вид, а? Да, неплохо. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Ладно, Нейт, давай. Ты сможешь. Ну, прыгай. Не думай, просто прыгай. Держу! Давай! Ну-ка! Получилось. Ага. Ну, конечно. Так, иди за мной. А знаешь что?
давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Воу! Так. Ладно, после тебя. Теперь вниз. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый! Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше. Я быстро вернусь. Соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм. На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Esto va a ser divertido. Gringo, ¿quién manda? No puedes conmigo. Rómpele el brazo. ¡Patealo! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Dale la cara!
¡Vuelve, mira! ¿Cómo está esto? ¡Vamos! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Golpéalo! ¿Qué tal esto? ¡Agárrenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡No puedes hacer! ¡Ten presencia! ¡A él! ¡Sí, pero! ¡Toma esto, pendejo! Esto es por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. ¡Derrota a ese gringo, amigo! Vas a arrepentir. ¡Tú! ¡Vuelve ahí! ¡Amigo! ¡Vuelve ahí! ¡Rómpele la cara! ¡No voy, amigo! ¡Vuelve ahí! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Derríbalo! ¡No eres tan bravo! ¡Pendejo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Derríbalo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya lo tienes! ¡Poli! ¡Ya basta! ¡Sí, Gustavo! ¡Lo no. ¡Muy! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! Dame nitrados. Правда, дружок. Te voy a matar, gringo, come mierda. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Te voy a sacar tiros por el culo. В одиночку. Увести. Его están esperando aquí, ¿eh? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Давай. Черт, а мне ведь такой сон снялся. Эй! Ладно, полегче. Ладно, успокойся. Ульпа, пендехо. Эй, а можно мне хоть душ? Заткнись. Кричка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок! Давай наверх! Вывожу заключенного! Открыть ворота! Рад тебя видеть. Ярко. И влажно. Приветствую в Панаме. Эй, гринго! Ви ло ке исисте а Густаво! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Эй, Варгас! Cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Назад, назад! Прочь оттуда, выродки! Эй, танкелисате. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Пошел. Открыть ворота. А он не lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Я немного знаю испанский.
Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. Ты лишь верти. Но слушаешь. ¿Qué está mirando? Нет, amigo, ничего. Назад. Этот поручен мне. Bien. А куда меня ведут-то? Увидишь. Por favor. Para. Нет, нет. Не сюда. Ладно. После вас. Да, ничего подозрительного. Это же не кабинет надзирателя, да? Влево. Да, я понял. Сюда. Сюда. Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь? Райские богатства. Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Принес, что я просил? Да. Спрятал прямо здесь, под столом, у ящиков. Ага, спасибо. Расплюнуть.
Бинго. Вот мы и в деле. Тюремная камера. Как мне туда добраться? Погнали! Тут можно съехать. Зацепиться за шесть. Видел бы это, Сэм. Вперед и наверх. Нужна камера на самой вершине. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Ладно, куда мне? Надо наверх.
Ладно, не буду врать. Это круто. Ладно, не буду врать. Это круто. Сэм такое пропускает. Камера Бернса. Да это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать? И какой же смысл в этих закорючках? Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Похоже на часть символа. Вот и вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион. Нет, не тот. И не этот. Ничего, стоит свериться с письмом. Нет. И римская цифра 2. Нет. Я что-то упустил в письме? Стрелец и римская десятка.
Римская цифра 10. Ничего. Как там в письме? Знак Скорпиона и римская цифра 2. И римская цифра 2. Нет. Ну, и где тут у нас стрелец? Стрелец и римская десятка. Нет, не тот. Стоит свериться с письмом. И не этот. Ничего. Нет, стоит свериться с письмом. Десять и два. Крест и две черты. Ух ты, что у нас тут? Дигна фактис. Кипимус. Больше ничего. Ладно, пора назад. Смотреть под ноги.
И вниз. Что теперь? Рейх так не может. Бедное мое плечо. Вон Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Другое дело. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен? Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Но я актер получше. Ты поеду де зира, чверта де принципианте, верда? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Господи, ну у тебя и видок, ты живой? Ну, издержки производства. Пошли.
Эй, стоп, стоп. Давай-ка не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. А ты крут. Ну знаешь, детство в католическом приюте... Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. На Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгаса. Пора уже на свободу. Дай угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него... Столько друзей. Я dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ясно? Muy tarde para hablar. ¿Qué no sales? Эй, знаешь что? Tú no te metas. Ладно. Всем охота подраться с местной знаменитостью. Ты вроде не горишь. Поднимите силы. Деха. Это еще не все. Лайки скорее, валяй.
Пора de irse, gringo. Сэм, мне нужна помощь. Спасибо. Estás muerto. Эй, отстань! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись! Кем себя возомнил? Елло Суселда! Метро Лос Грингос и Мия Фессина. Ты. Деханос. Деханос. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас, ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй. Он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Бегом! Бегом! Твою же! Рэй, куда бежит? К маяку! Варгас сказал, лодка будет под ним. Город Апойка! Пойдем наружу, сообрази. Купи их! Окно! Скорее! Да, после вас.
Серьезно? Полетенто! Думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеешь. Давай, я за тобой. Они повсюду. Ничего, идем дальше. Ладно, вроде можно. Черт, лабиринт. Да, они не хотят, чтобы мы сбежали. Предлагаю предходить в тюрьму невесть. Я согласен. Охрана! Эй, Рейк! Рад тебя видеть! Опусти нам лестницу! Ты близко! Берите моя! Как я сказал, все по плану! Гора радуется. Давай, давай, там еще. Надо сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет. Быстро, лодка прямо под стеной. Нет, не могу. Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Нет, он же... Как хочешь. Сэм. Нет, господи. Нет. Иду, я иду! Иди дальше.